Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня вяжем вот такие вот тапочки, балеточки для наших девчушек. Связала я стельку, которую вы свяжете по видео в подсказочках, как связать стелечку. И далее вяжем вверх. Так, 2 петли подъема я сделала, вот я закончила стельку, и далее вяжу столбиком с накидом. Захватываю вот из косички вторую, как бы полукосичку, и еще вот эту петелечку. Видите, это будет наш переход как бы на основное вязание. И столбиком без накида, ой, вернее, и столбиком с накидом по кругу я буду вязать 2 ряда. Вот оно мое вязание. Вот если видно вам, вот здесь вот это стелька, и тут 2 ряда еще столбиком с накидом по кругу, без изменений, без убавления, без ничего. Вот мои ряда, 2 ряда со столбиком с накидом. Теперь переходим на столбик без накида. 1 воздушная петля подъема и вяжем столбиком без накида. Вот провязала я немного столбиком без накида. Теперь, девчонки, как мы вычисляем? Складываем напополам наш следочек. Вот хорошо разравниваем, чтобы было напополам именно. И теперь отсюда считаем вот петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, смотрите, как у меня хорошо получилось. Теперь 10 петель отсюда, 10 отсюда. Ну, здесь они пойдут автоматически. Начинаем с этих 10 петель. То есть от центра мы считаем 10 петелечек. И вяжем столбиком с накидом, но будем сокращать. 3 вместе провязываем вместе. 3 петли вместе. И снова с накидом провязываем, оставляем накид. Провязываем, вставляем и 3 вместе. То есть делаем сокращение. И так мы делаем 10 раз. 10 таких вот сокращений. Так, 10 сокращений. 10 раз по 2 полустолбика с накидом. Вот видите, вот оно у нас закруглилось. Далее вяжем столбиком без накида до конца ряда. И еще один ряд. Тоже столбиком без накида. Вот, продолжаем, довязываем сюда до конца ряда, и еще один круг без изменений, без ничего, столбиком без накида. Вот он у нас будет, этот ряд. Вот, провязала я до конца ряда, и еще один ряд столбиком без накида, и начала вязать следующий ряд. Делаем то же самое, что мы и делали. Разделяем, складываем пополам следочек и считаем здесь вот снова 10 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И тоже повторяем снова столбиком с накидом, полустолбик, вернее, сокращаем, из 2 делаем 1. 2 полустолбика с накидом, провязываем вместе. 2 полустолбика с накидом, провязываем вместе. И так 10 раз. Вот, провязали мы 10 раз, сократили 10 петелечек. Вот так вот выглядит. И теперь довязываем столбиком без накида этот ряд. И еще один ряд по кругу. И все. И будет у нас вот такой вот топотусик. Вот наши оба топотусика, и останется нам только украсить. Вот видите, уже оно у нас вот в этой стадии. Еще мы довяжем этот ряд, еще рядочек провяжем, и готово. И, девчонки, довяжем этот ряд и еще 2 ряда по кругу столбиком без накида, без изменений. Вот, довязала я, теперь протягиваем, маскируем ниточку, и останется нам связать украшение.
отставляем в сторону и вяжем цветок. Тоненькие ниточки у меня около 400 метров в 100 граммах. Для начала вяжу цепочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Замыкаю в колечко. Вяжу 3 воздушные петли. Раз, два, три. Столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом, так 9 раз, 9. И замыкаем кольцо. Вот такое колечко у нас получается. Делаем 3 воздушные петли. И теперь будем вязать вот между этими двумя столбиками в дырочку. Раз, два, три, четыре. Теперь поворачиваемся в этот столбик, который мы вязали. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь один столбик с накидом в наше колечко. Один. Поворачиваемся. Следующий столбик с накидом. 5. Из него вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. Вот так вот это выглядит. Теперь снова отсюда вяжем, то есть вяжем по спирали. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь поворачиваемся сюда. Раз. Теперь мы будем вязать один столбик сюда из нашего колечка. 5 5 5 1 5 5 5 1. Вот так вот спиралькой мы вяжем везде по 5, из колечка мы вывязываем 1. И вот так вот оно у нас выглядеть будет по кругу. Вот мой цветочек, девчонки, смотрите. Отрезаем ниточку и вот здесь вот протянем. Вот такая заготовочка у нас. Еще берем иголочку с ниткой и вот эти все уголочки скрепляем. Вот, и пришиваем к нашей балеточке. Еще так вот зафиксирую каждый лепесток на нить, чтобы держался. Вот так.
Вот так вот фиксирую каждый лепесток. Вот, уж, вот он наш красивейший цветок. И еще последний штрих. У меня есть вот такая вот бусина. Пришью-ка же я еще бусину сюда вовнутрь. Вот и все. Вот такие вот балетки у нас. Выравниваем красивенько, чтобы наши модницы были красотульками. Вот он. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.